Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, который дает возможность сидеть на ступеньках для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, здесь я уже поставил несколько ступенек, давайте осмотрим этот мод, но чтобы нам сесть, нам понадобится просто тапнуть по этой ступеньке, и мы давайте посмотрим все это дело от третьего лица. Ну это выглядит просто шикарно. Такое ощущение, как мы сидим не на ступеньке, а на стуле. Также мы сможем здесь все делать, все, что вы, так сказать, в обычном стояке. Идем дальше. Дальше у нас уже идет коричневая ступенька, которая тоже, я так сказать, делал в стиле стула. Или, можно сказать, кресло. Ну, также можно из этих ступенек сделать и диван, на котором мы спокойно сможем сесть. Это у нас уже джунглевая ступенька, на котором мы совершенно так же сможем сесть. А это у нас уже акациевое дерево, да, акациевая ступенька. И осталась у нас последняя ступенька. Это у нас уже кирпичная, и на ней мы маленько остановимся и посмотрим баги, так сказать. Ну, первый баг — это то, что ноги лезут сквозь текстуры блока. Но это не совсем плохо. Это даже довольно забавно. Ну что ж, вот такой прикольный мод. Скачивайте, оценивайте. Ну, на этом все. Ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал.